За час до полуночи в храме святого великомученика Георгия Победоносца темно. Еще продолжается суббота. Весь православный мир еще скорбит о страданиях и боли Христа, который окончил свой земной путь, приняв на себя все грехи живущих. Именно в Великую Субботу Христос спустился в ад, освободив и души умерших от вечной муки. «Ты освободил искованных цепями, восклицавших, нет святого, кроме Тебя, Господи, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь». Позади время поста. Кто-то прошел его до конца, очистив душу молитвой, кто-то лишь в эти минуты задумывается о покаянии. Но все мы готовы к встрече светозарного дня. За считанные мгновения до того, как наступит воскресенье, храм освещают лишь свечи в руках верующих, как символ надежды на спасение души. «Примите сейчас те, кому достанутся по свечке, дайте тем, кто стоит рядом с вами этого пасхального огня, чтобы Господь просветил наши ума и сердца». Из-за часовых поясов в эту ночь в России бесперерывно звучит благовест. Мы не знаем точного времени воскресения Иисуса, но известно, что на рассвете нового дня жены мироносицы пришли к гробу и увидели, что он пуст. Пройдя крестный ход, мы останавливаемся у дверей храма, зная, что ждет благая весть. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Исполняющий обязанности главы Ленинского района Олег Хромов посетил торжественное пасхальное богослужение в храме святого великомученика Георгия Победоносца. Хочется не просто улыбаться, а внутри тебя просыпается что-то светлое, доброе, действительно созидательное. Я поздравляю всех жителей нашего Ленинского муниципального района, всех гостей нашей благодатной земли со светлым праздником Пасхи, светлым вас Христовым воскресением. С праздником! Общей молитвой встречают верующие рассвет светлого Христова воскресения. Впереди светлая седмица, время забыть о всех недомолвках, обидах и ссорах. Наши сердца открыты для всепрощения и радости. Она у нас на всех одна. Христос воскрес! Наталья Буслаева, Константин Бродов.